Рад приветствовать всех на моем канале. В журнале «Юный техник», 6 номер за 94 год, я нашел одну интересную схему, которую мне, конечно, захотелось с вами обсудить, разобрать и упростить, как я это обычно люблю. Схема – это термореле, по сути дела. Да, это и есть термореле, потому что даже статья так и называется – тепло, тепло, жарко. То есть схема должна реагировать на повышение температуры и включать нам либо сирену, либо какую-нибудь другую автоматику. Конструктивно схема простая. Да, простая, и чего ж я там собираюсь упростить. Ну, что мне не понравилось? Во-первых, то, что используется реле, достаточно интересное, RS6. Это высокоумное реле, которое ставится обычно в цепи, где и управление, и управляющее напряжение 220 вольт. Оно хорошее, и оно редкое, мало кто его сможет достать. Во-вторых, тут, конечно, использованы довольно интересные детали и в довольно интересном варианте. То есть вот эта вот конструкция, по сути дела, выполняет роль тиристора, то есть пороговый такой переключатель, в зависимости от того, насколько подогрет вот этот вот транзистор P416A. Найти его тоже будет достаточно трудно. И хотя схема, на мой взгляд, достаточно свежая, 94 год, ну, на те годы, вот, возиться с такими деталями мне было бы действительно лень и не так интересно. Мало того, тут есть одна уникальная деталь, которая мало кому попадает в руки, и поэтому на нее особо не обращают внимания. Как раз вот на нее я карандашиком и показываю. Это тиристор Q101B. Что в нем замечательного, интересного, прикольного? А вот в чем. Дело в том, что обычно, когда мы говорим о тиристорах, то, как правило, вспоминаем то, что он должен работать на импульсный ток, и что если тиристор открылся, тем он и хорош, то он дальше не закрывается. Так вот, Q101B как раз закрывается. Да, он управляемый тиристор, и по-правильному он называется незапираемый тиристор. Напомню схемку семейства всех тиристоров, которые происходят от одного папы тиристора, и дальше там денистеры, тринистеры и прочее. И вот один из двух операционных тиристоров – это запираемый тиристор, и он обозначается вот такой вот схемкой. А в этой схеме, хотя он и обозначен классически, вот этот тиристор незапираемый. Что это значит? Запираемый тиристор, когда на него подали управляющий сигнал, и он работает в цепи постоянного тока, он открылся, все. И дальше можно убирать управляющий сигнал, и он остается в открытом состоянии. Для незапираемого тиристора вот такого, как раз когда у него убирается сигнал управляющий, а у него управляющий сигнал, кстати говоря, достаточно мощный, это 12 мА. Большой ток для такой вот простенькой схемы. Так вот, если убрать эти 12 мА, этот тиристор закроется и будет пропускать только ток покоя, который у него одинаковый в обоих направлениях и составляет, по-моему, там десятые доли миллиампера, то есть 0,15 миллиампера. Это очень маленький ток, причем течет он как и туда, так и обратно. Что для обычных тиристоров это немножко по-другому все происходит. Итак, вот такую уникальную деталь, германиевые транзисторы, да еще некоторое количество диодов, да и резисторов, мне показалось использовать для такой простой схемы, которая просто нам выдает сигнал на реле, ну, не рационально. Да, так бы я сказал. А экономика должна быть экономной. И я решил ее упростить, как я упростил, прямо сейчас покажу и расскажу. Ну, во-первых, я воспользовался классическими реле, которые доступны всем. Вот у меня здесь есть 24-вольтовое реле, можно 12-вольтовое реле использовать. И я использовал вместо германиевого транзистора термистор. Термисторы хоть вот такие, хоть другие, попадаются в лампочках-экономках. Их можно, конечно, и приобрести, но на платах их можно найти. Это все-таки не германиевый транзистор, который сейчас достаточно редкий. И используя термистор, можно схему сделать вот буквально всего лишь на двух деталях. Термистор и реле. Но такое упрощение имеет свои недостатки, я о нем расскажу. Сперва, прежде чем приступить к тому, что я решил использовать термистор вместо германиевых полупроводников, я бы хотел показать, на чем можно было изготовить это реле, на транзисторах и вот таком вот старинном диоде. У кого такое есть? Ну да, есть у радиолюбителей, но у тех, кто занимается электроникой совсем недавно, после нулевых годов, вот такие детали уже являются редкостью. Хотя все это можно заказать, все это можно купить, но я все-таки считаю, что ради термореле заказывать вот такую деталь не стоит. И германиевый транзистор тоже. Проще все-таки сработать с термистором. Как работает? Вот в данном случае у меня, конечно, старинный термистор. Это ММТ-1. И чем он хорош? Он имеет мощность 600 мВт.
А это очень неплохо для термистора, который может напрямую управлять обмотками реле. Да, не очень мощного реле, но при этом токи коммутации и напряжение коммутации в этом реле всяко выше, чем токи управления. И еще бы хотел заметить, что данная схема мне еще не нравится тем, что ей нужно отдельное дополнительное питание. То есть цепь управления и цепь управляемая и цепь управляющая, они имеют свои раздельные источники питания. Это тоже не очень хорошо, то есть надо делать либо под 220, либо просто под батареечку. Так вот, что такое термистор? Термистор – это сопротивление, которое изменяет изменяет себя, самое, то есть свое сопротивление в зависимости от температуры. И давайте посмотрим, как ММТ-1 ведет себя. В обычном состоянии этот термистор имеет сопротивление порядка 3 кОм. Но сейчас он уже подогрет моими ладонями. И... 3 кОм. 3, не 300. И подогрет моими ладонями, он уже утратил это сопротивление. Поэтому давайте продолжим его еще греть. Вот я его начинаю греть с 2,80. И вот уже 2,600. И вот мы подогреваем дальше, уже 2,500. Сопротивление очень быстро падает, это в пальцах. Естественно, если это будут спички, паяльники или еще что-то, эффект будет гораздо ярче, гораздо жарче. И чем хорош вот такой термистор? Тем, что он выдерживает достаточно большие токи. Но большие токи не для лампочек, а именно для управления малотоковыми реле. Ну, малотоковыми в смысле по обмоточке малый ток течет. Сопротивление обмотки вот здесь вот порядка, да не порядка, а точно 1600 Ом. Значит, токи, протекающие в таком реле, очень малы. И можно ставить термистор вот таким вот образом, получить готовое термореле, которое будет делать то же самое, что и вот такая мощная электронная схема. Недостаток. Давайте еще немножечко про термистор. Температурный коэффициент сопротивления этого термистора, а он является термистором с отрицательным температурным коэффициентом, то есть он теряет свое сопротивление, у него 5% на градус Цельсия. Вот можете сами посчитать, как будет теряться его сопротивление в то время, как мы его подогреем на 10 градусов или на 20 градусов. На каждый градус приходится 5%. Но имейте в виду, вот я сказал на 20 градусов. И тут может закрасться математическая ошибка. Если на 20 градусов подогреть этот термистор, скажем, от 0 до 20, ну, то есть, был он на морозе, а потом мы его до 20 градусов подогрели, и если тупым перемножением на 5%, он должен 100% потерять свое сопротивление. Нет. 5% на каждый градус последовательно от значения. То есть, допустим, при 20 градусах он имел 3000 Ом сопротивления, значит, при подогреве на 1 градус он потеряет от этих 3000 5%, но потом он будет терять уже не от 3000, а от 3000 минус та потеря, которая произошла до этого. Именно поэтому термистор до нуля таким скачком на 20 градусах не изменит свое сопротивление. Но до 1,5 кОм и до 1 кОма он легко скидывает свое сопротивление и может быть установлен в вентиляторах, таких как компьютерные вентиляторы, и управлять ими напрямую. То есть количество оборотов вентилятора будет снижаться или повышаться в зависимости от того, что вы хотите. Уменьшать или повышать обороты вентилятора. Регулировать температуру. А теперь недостаток этой схемы в том, что как термистор, так и реле имеют свой гистерезис. Допустим, вы, подогрев термистор, включили реле, загорелась лампочка или сработала какая-то сигнализация, и после этого реле находится во включенном состоянии до тех пор, пока термистор значительно не повысит свое сопротивление. Почему? Потому что ток удержания и ток срабатывания реле – это вещи разные. Ток удержания может быть очень малым. То есть реле сработало, потом мы уменьшили ток, но реле остается в том же положении. Поэтому пока термистор не приобретет достаточно большое сопротивление, реле будет очень долго включено. И в обратку не отключится. Но этот гистерезис не везде является плохой вещью. Иногда его очень хорошо используют. Поэтому вместо столь упрощенной схемы, хотя она и является работоспособной, и она срабатывает на температуру, лучше все-таки сделать схему с парочкой транзисторов. Ну, правда, не таких, а каких-нибудь простых, бытовых, типа 315 или 361. Вот такие, как у меня. Вот такая схема обладает двумя преимуществами. Во-первых, у нее меньше гистерезис из-за того, что соединенные парой составной транзистор имеет очень большую крутизну характеристики усиления потоку. То есть он очень быстро открывается и также быстро закрывается. И продемонстрировать это легко. А, и еще одно преимущество вот этой схемы, что она может работать бесконтактно с температурой. То есть есть вот этот проводок, который можно подогревать там своей рукой или открытым пламенем. А еще свойства вот этих вот транзисторов,
КТ-315 и КТ-361 в том, что они великолепно реагируют на тепловое и инфракрасное излучение. Поэтому, если в пределах досягаемости этого транзистора, не непосредственно на нем, а вот рядышком, давайте немножечко отодвину камеру, чтобы ничего не запалить, ни объектив, ни себя, ни тем более транзистор. Вот, включим эту схему, чиркнем спичкой, то есть где-то пожар, где-то что-то перегрелось, реле сработало. То есть, давайте, расстояние примерно вот такое. Конечно, линзы, фокусировка или же еще какие-то приблуды будут улучшать работу этой схемы. Но то, что она простая, она всего на двух транзисторах, причем один из которых работает в качестве датчика. При этом просто так на свет она реагирует крайне слабо, потому как данный тип транзисторов лучше всего улавливает тепловые и инфракрасные лучи. Очень хорошо на него наводить тот же самый пульт управления телевизором инфракрасный, и тогда эта схема также будет срабатывать. Ну вот. Не то чтобы я хотел обидеть разработчиков этой схемы, не то чтобы я там ратовал за слишком простые решения, нет. Все, конечно, хорошо в меру, то есть где-то нужна простая схема, где-то сложная. Но благодаря вот таким вот схемам, как я уже когда-то говорил, все-таки отбивается желание собирать достаточно полезное устройство, потому как собирать и настраивать вот такую схему куда тяжелее, чем схему, которую я вам только что показал. А на этом все, ребята, пока, до следующих встреч, и, возможно, мы найдем еще что-нибудь интересное. Пока, ребята.